Невероятно быстрая потолочная точка доступа для общественных пространств. В этом видео поговорим о точке доступа TP-Link и AP660HD. Комплект поставки включает саму точку, монтажные крепления, адаптер питания и документацию. Точка доступа выполнена в традиционном для подобных устройств корпусе классического белого цвета, но ее размер внушительный, почти 25 см в диаметре. Она предназначена для использования в общественных пространствах в условиях высокой плотности клиентов, торговые центры, гостиницы, вокзалы и любые другие зоны с большим потоком людей. В подобных условиях встроенные антенны с поддержкой Wi-Fi 6, MU-MIMO и других технологий обеспечивают увеличенную до 4 раз пропускную способность сети для одновременного подключения множества устройств по сравнению с устройствами с поддержкой стандарта Wi-Fi 5. Благодаря 8 встроенным антеннам и наличию 2,5 гигабитного порта Ethernet пропускная способность может достигать 3775 мегабит в секунду, 2402 мегабита в секунду на частоте 5 ГГц и 1148 мегабит в секунду на частоте 2,4 ГГц. Технология бесшовного роуминга незаметно переключает пользователей между точками доступа, позволяя непрерывно пользоваться всеми преимуществами высокоскоростной беспроводной сети. За простоту настройки и обеспечение безопасности отвечает облачная платформа Amada, благодаря чему управлять всеми сегментами беспроводной сети можно даже со смартфона. Таким образом, перед нами невероятно быстрая и мощная высокоскоростная точка доступа для общественных пространств с большим потоком клиентов, способная выдержать большие нагрузки и сохранить стабильное подключение.